Финансовая грамотность состоит из совокупности знаний в сфере финансов, а именно это умение вести бюджет, то есть смотреть на свои расходы, доходы, анализировать, возможно, в каком-то месяце грамотно распределять свои доходы. Никита Кудаков поступил на автомеханика, но к концу учебного года понял, что его стезя – это изучение финансовой грамотности. Перевелся на другое направление и не ошибся. Студент из Когалыма стал обладателем гранта губернатора Югры. Сегодня представлял проект «Азбука финансов», который я подавал на грант губернатора Югры. Проект сделан для молодежи, для школьников. Он будет рассказывать о финансовой грамотности, о основах финансовой грамотности, как правильно распределять и структурировать свои доходы. Отличный результат показал и Андрей Занин. С проектом «Патриот» второкурсник прошел в полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Теперь в планах у Андрея ввести в сферу образования спортивную секцию с уклоном на военно-патриотическое направление. Я представлял свой индивидуальный проект в формате презентации. То есть это полноценный индивидуальный проект, который мы все когда-то писали в школах, в колледжах или в институтах. Проект называется «Спортивно-патриотическая дисциплина в рамках физической культуры». Студенческую жизнь беззаботной не назовешь. Ребята уверенно идут к своей цели. Они четко представляют конечную цель, к чему идут. И как, конечно же, эта цель нас не может не радовать. Это наши перспективы развития здоровья, профессиональное развитие нашего общества, социальные какие-то проблемы. Одним из самых талантливых участников всероссийского конкурса «Большая перемена» признан Иван Васюков. Он выиграл грант в размере 2 000 000 рублей. Цель моего проекта «Дыши свободно» – это изменить отношение у молодежи к своему здоровью через пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде, практически повлиять на осознанный выбор жизненной установки. 2 000 000 рублей, которые принес своему колледжу Иван Васюков, планируют направить на улучшение материально-технической базы. Что сейчас ребятам нужнее и важнее всего, решат на студенческом совете. Ирина Фатхиева, Николай Горкуша. Специально для новостей.